Всем привет! Сегодня готовлю вкусный, сочный, сытный закусочный пирог. Грибы режем кубиком. Лук нарезаем на четвертинки. Помидор режем мелким кубиком. Болгарский перец очищаем и режем мелким кубиком. Куриное филе заранее отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем остужаем и нарезаем кубиком. Сыр трем на крупной терке. Приготовим заливку. К яйцам добавляем молоко и соль по вкусу. Размешиваем, и заливка готова. На сухую разогретую сковородку выкладываем грибы. Выпариваем из них всю влагу. Затем добавляем растительное масло и нарезанный лук. Размешиваем и обжариваем лук с грибами до золотистости. В миску перекладываем все нарезанные ингредиенты: помидор, перец, курицу, обжаренные грибы с луком и натертый сыр. Размешиваем. Вливаем заливку и еще раз размешиваем. Перекладываем все в форму для запекания и разравниваем. Форму можно взять любую, у меня разъемная. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Закусочный пирог готов. Разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Пирог получается очень сочный, сытный и очень вкусный. Попробуйте приготовить. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!